Всем привет! В сегодняшнем выпуске я вам расскажу про основные настройки DJI Fly для нашего дрона DJI Mini 2. Покажу, какие я основные использую. Это видео будет очень полезно для новичков, кто начинает летать. Расскажу самые лучшие настройки по безопасности, по съемке, по камере, разные фишки. В общем, давайте начинать. Переходим, запускаем DJI Fly. Слева, видимо, у нас режим N. Это самый нормальный режим, то есть в котором скорость оптимальная. Потому что есть еще, если переключим влево, это режим кинематографичный sign. То есть если вам нужны плавные пролеты, то это режим для вас. Там очень все плавно, гладко переходит. Если какие-то спортивные моменты, то есть там на машинах кто-то гонки устраивает или еще что-то, переходим в спортивный режим, режим S. Я всегда снимаю в режиме normal. И иногда в кинематографичный, если нужны очень классные кадры. Потом... Следующий у нас здесь есть автовзлет. Мы сейчас взлетать не будем, потому что в помещении спутников ни о чем. Потолок вырезаться не вариант. И вообще у меня была сегодня другая тема выпуска, но, к сожалению, там дождь, а потом еще и грозы, поэтому не вариант. Отложим это на следующие дни. Так, идем дальше. У нас в левом нижнем углу у нас расположена карта. То есть можно посмотреть, где мы находимся, положение. У меня здесь всегда... включен что-то вроде спутника, то есть тоже очень интересно. Не спутника, а компаса. Можно смотреть положение дрона относительно пилота. Далее H — это высота, на которую поднимается дрон. D — это дистанция, то есть расстояние, на которое он удаляется. И, соответственно, KMH — это километр в час, скорость нашего дрона. Я всегда снимаю в режиме Pro, то есть полностью ручные настройки. Переходим 4К. Здесь можно также 1080, 2.7, но... По-моему, вряд ли кто снимает. Все сейчас 4К снимают. 30 кадров в секунду. Соответственно, выдержка 1,6 должна быть. То есть в два раза больше, чем количество кадров. Если вы снимаете 24-25, то ставите 1,5. Чтобы был кинематографичный смаз. Ну, то есть все вот эти приколы для классной картинки. Автобаланс белый у меня всегда установлен. Если хотите подстраховаться, в дневную погоду ставьте 5-600. Будет нормально. У меня всегда авто. Переходим дальше. ISO должно быть минимальное, чтобы не было никаких шумов и картинка была очень резкая. Поэтому соточка, потому что когда мы начинаем повышать, начинаются шумы, это вообще неприятно. Экспозиция минус 3, соответственно, нужно, чтобы экспозиция была в нуле. 0, либо минус 0,3, плюс 0,3 допускается. Если не хотите париться, заморачиваться, то просто в авторежиме снимайте все, но качество картинки будет совсем другое. Выше у нас галерея, можно посмотреть, что мы тут снимали. Видео перекинуть сразу на телефон. Так, далее 1.2 это цифровой зум, я его никогда не использую. Выше у нас режимы съемки, быстрая съемка, панорама, фото можно перейти. Давайте пока на видео остановимся. Выше у нас состояние аккумулятора. Здесь он показывает, когда дрон взлетает, сколько осталось до возврата на базу по времени. До полного разряда, соответственно, спутников. И переходим уже в самое главное. Это первое, это безопасность, вкладка. Максимальная высота, на которую может подняться но дрон, программно ограничена 500 метров. Максимальное расстояние, без ограничений. Ну, как вы видели уже, может быть, в моих видео, максимум, куда я улетал, это на километр, не дальше, в городе. Вот, поэтому всегда смотрите, максимальное расстояние выставляете. Далее у нас высота. Это перед возвратом домой дрон поднимается на установленную высоту, то есть перед автовозвратом. То есть когда дрон взлетает, он запоминает точку, и вы можете нажать на кнопку потом «Автовозврат», и дрон будет возвращаться домой уже по траектории. И также ну, он должен подняться на эту высоту, которая у вас указана. Если, допустим, у вас здесь 65 указанное, и для примера здание какое-нибудь высотой 80 метров, там 70, то дрон поднимается на 65, как у вас указано, возвращается и происходит авария, то есть он врезается. Это очень важный момент, поэтому нужно учитывать и ставить всегда больше. Здесь 120 у меня по умолчанию, в принципе, достаточно. Обновить домашнюю точку – это тема для новых выпусков. Калибровка компаса всегда калибруйте. Я всегда калибрую перед каждым полетом. Информация об аккумуляторе тоже нужно смотреть. Полностью заряжен, практически полностью, да. Так, далее переходим в управление. Самое интересное — единица измерения — километры, потому что метры эти уж тем более мили нам не нужны. Можно выбрать цвет светодиода, режим стабилизатора, режим следования всегда должен быть установлен, подъем камеры, калибровка, то есть можно авто откалибровать.
И режим джойстика, второй режим. Здесь, кстати, есть, можно назначить новую функцию на дополнительную кнопку, на вот эту. То есть у меня, допустим, по двойному нажатию камера опускается сразу на 90 градусов, это чтобы можно было быстро опустить камеру, а там не тянуть ее вниз очень долго. Вот, кто-то может поставить там какую-нибудь другую операцию, там, любую, какую захотите. Так, двойное нажатие. Режим обучения. Не нужно. Переходим в камеру. Здесь самое интересное. Субтитры к видео. В принципе, можно отключить. У меня включен, но хотя я ни разу не пользовался субтитрами. Не знаю, может пригодится гистограмма. Если кому нужно. То есть она здесь показывает у нас по экспозиции. Ну, это для более профессиональной съемки. Я ее не использую. Мне достаточно предупреждения передержки. Это зебра. Не знаю, почему они так назвали. Вообще непонятно. Зебра, то есть она показывает... Гром, гроза начинается. То есть зебра у нас показывает пересветы в таком формате. Просто белый свет, где нету никакой информации. Вспомогательные линии очень выручают, всегда ставлю. То есть если нужно какой-то центральный объект подснять, то можно зацентрировать его и уже снимать. Далее я всегда установлены основные такие полосы. Баланс белого авто, я уже говорил, автосинхронизация. Здесь ничего интересного. Передача, к сожалению, у нас в России 2,4 ГГц. Что не есть хорошо. Было бы круто, если было бы 5. Ну да ладно, здесь мы ничего не можем уже поделать. Переходим в обновление. Сейчас у меня последняя версия, 1.4.3 стоит. В принципе, ничего нового, как мне кажется, тут не добавили. Потом есть и переходим фото, соответственно, в настройках. Нам обязательно нужно выставить по настройкам, чтобы было... В камере формат JPEG и RAW. Размер 4 на 3. И RAW, ну то есть это очень хорошее качество, откуда вы можете вытянуть больше деталей. Здесь остальные настройки повторяются. То есть лучше использовать 4 третьих, потому что 16:9, он как бы кропится, поджирает формат. Вот, поэтому так, переходим в видео. В принципе, это вот какие основные настройки нужно использовать. Самое главное, не забывайте про безопасность при автовозврате домой, то есть выставляете максимальную высоту, всегда больше там 100-120 метров достаточно. Далее всегда следите за аккумулятором. Для классной картинки выставляете ручные настройки, 4К, количество, выдержка должна равняться 2 умножить на количество кадров в секунду, ISO минимальная, соточка. Вот, снимаете в 4К и, в принципе, ставьте вспомогательные линии, очень помогают. Я думаю, на этом и все. Спасибо большое за просмотр. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно напишите в комментариях, я на все отвечаю. Ставьте лайки, а я буду дожидаться окончания грозы, дождей, чтобы заснять новый выпуск для вас, еще более интересный, поэтому не переключайтесь. Если вы новый пользователь моего канала, подписывайтесь. Следующий выпуск будет еще интереснее. Всем пока.